Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы будем прокачивать, ну вообще создавать наш спортивный комплекс в игре Roblox. И за нами уже какой-то дядька бегает, какой-то недокачок, вы посмотрите, кто это вообще? Булк Броган какой-то, что это? Так, он нам говорит открыть строение меню, открыть меню строений, наверное, чтобы увидеть твой инвентарь. Давайте. О, йога-мат. Что, у нас йогой будем заниматься? Ну, давайте. Еще. К нам уже пришли, что ли? Что происходит? Так, подождите. Давайте вот здесь все будет. Close. Это мы сами должны? Hold зажать. Oh, no. Что-то. We can't fit any more people in your gym. Save this. Can upgrade it. Нам, короче, надо $100, чтобы что-то апгрейднуть. Что мы можем апгрейднуть? Так. Quick, let's go to shop. Ага. Как сложно. Я сразу уже начал путаться. О, он у нас стал больше. Так, давай. Ой, нам... А может тут будет, слушайте, продавец, я надеюсь. А то как-то самому постоянно тыкать не очень хочется. Вау, тут новые байки появились. А нам пока денег не хватает. Ой, куда я полез? Что происходит? Так, идем, всех принимаем. Вообще, на самом деле, так непривычно, что тут сразу же все нам сказали заниматься. Так, equipment. Давайте купим, у нас же появилось. Так, о, что? Что? Подождите. Как он сгорел? Офигеть. Вы понимаете, только начали, у нас уже какая-то жесть творится. Ну ладно, они тут быстро занимаются, вообще нормально. На них сейчас столько денег заработаем. Наверное, все-таки вот за этой беговой велосипед больше нам будут платить. Дайте этого. Челика, который автоматически будет... Ой, апгрейднуть можно. Ой, да блин, опять в эти настройки захожу. Опять взорвались. А! Что они? Алло, аккуратней. Спортом надо заниматься, но в меру. Не перенапрягаемся. Все у нас будет нормально. Так, давайте level up. Нифига залетело. И вообще нормально. Что происходит? Так, я пока что ничего не понимаю. У нас... О, что так долго? Нам дали энергию какую-то или чего? Я не понял. Так, ну мы можем еще прокачать. Давайте, ну, прокачиваем. Это, кстати, уже дороже стоит. О, он посетил наш зал. Булк Броган, хай. О, тут на третий уровень. Вау! Он нам кучу денег дал. Корону дал? Что за корона? Ой, да я все, я... Он все про... Он везде занимается, я не понял. А, это нормально? Его штырит? Он где-то под матрасом занимался. И намусорили. А, там тоже, видимо, было намусорено. Ой, жесть, нам денег дали, слушайте. Так, давайте этому прокачаем. А, джим. Автолевел ап. Must be full. А, нам надо еще, короче, один поставить. Давайте делаем. Я, конечно, как-то не очень их правильно ставлю, мне так кажется. Надо их поближе делать. Жесть, слушайте, мы такие популярные. Что это тут вообще происходит? Level up. У нас стены появились. Ну как? Это стенами не назовешь? Ну, что-то подобие. Балки первые. То есть фундамент закладываем вовсю. Беговые дорожки. Вот теперь у нас есть беговые дорожки. Так, вода. Растения. Нет, нам все не надо, к сожалению. Что это такое? Ой, нет, нет, деньги нам не надо. Да блин, опять не туда. Давайте беговую дорожку купим. Вот прям сюда мы ее поставим. Потому что денег у нас сейчас много, нам бы все вот этот покупать. Офигеть, у нас тут рыцарь. Так. Тут не влезает. Давай тогда вот сюда. Здесь еще будет беговая дорожка. Людей все больше. Тут
еще какие-то бонусы есть. Давайте посмотрим, что они себе представляют. Так, walk faster. Типа ходить быстрее. Ага, донат, понятно. Это тоже, наверное, донат. Ну все, понятно. Вот все, у нас тут донаты. Ну мы-то хотим честно развиваться. Поэтому и так сможем. И так со всем справимся. Так, давайте еще беговую дорожку возьмем. Так, вот сюда вот ставим, чтобы прокачать джим. Все, мы можем. У нас что, шатер что ли? О, поздравляем. Ты что-то там... Тебя пригласили на тренировку с Булк Броган? Типа, хочешь ты пойти сейчас? Типа, ты не можешь сказать нет. Чего? Привет! Добро пожаловать в мою легендарную спортивную площадку. Сначала найди свободное, ну, место для тренировок. Чё, это мы тут вот типа должны выбрать? Мы же тренироваться будем. А, вот для чего у нас нужна энергия. И типа она стоит у нас по одной энергии каждая. О, левел ап. Офигеть, мы накачались. А чё, ему нормально? Ему нормально? Что происходит? Второй уровень. Опять взорвались. Что с людьми не так? А как нам? Подождите, я слезть хочу. Как слезть? У нас второй уровень есть. Отстань. Так. А, прыгни. Тут написано прыгни, чтобы остановить. Ну, короче, уйти. Сундук. О, нам что-то прикольного дали. Еще энергии и еще гемы. Воркаут. Ой, она опять сюда тэпает. Теперь мы можем качаться, вы понимаете? Мы такими же станем. Что? Что-то случилось. Мы пока что стикман. А может потом мы станем кем-то покруче? И мне интересно, на что мы потом будем тратить эти гемы. Я пока что еще толком не посмотрел. И кстати, вы видите, у нас деньги-то копятся. А навряд ли это за тренировку. У нас, наверное, еще за что-то дают деньги. О! И ни одному кажется, или мы стали больше? Так, прыгаем. А чё? А когда нам дадут? Надо, короче, еще заниматься. Давайте позанимаемся, добьем уже наш... Теперь мы какие-то навис. Я не знаю, что это значит. Блин, а тут можно сразу же все потратить? Это что, нам 80 раз тыкать? Ну, кстати, видите, у нас левелы качаются. Дают деньги, и у нас сейчас уже... Что за левел ап? А, это вот наш зал. Вы посмотрите, там у нас стены будут доступны. Пока что у нас всего 70 энергии. Ну, точнее, как всего. Мне кажется, на данный момент этого достаточно. У нас прям все очень хорошо, мы тренируемся. Не, мы уже прям, смотрите-то, нормально выглядим. А сейчас еще прокачаемся, вообще крутыми будем. Так. Лифтер, у нас следующее. Так мы что, уже почти накачались? Вы понимаете, мы только пришли, только создали наш бизнес. А мы уже, офигеть. А что, так в жизни можно? Мы как бы это... Я понимаю, мы к лету готовимся. Потому что как бы Новый год-то прошел. О, это сколько мы заработали? Вау. Ваши покупатели довольны. Здорово. Нет, нам не надо пока что. Все. А, у нас еще до сих пор недоступно. Так долго это все идет, конечно же. Давайте посмотрим. А деньги-то у нас все копятся и копятся. Значит, там кто-то все-таки, знаете, промышляет. Все-таки у нас есть... Ой, ой. Тушим, тушим. Ну все, мы теперь качки. Офигеть, мы реально, мы такие высокие. С мышцами и рост увеличивается, вы знали? А это оказывается так. Надо верить Роблоксу. Роблоксу плохого не скажет. Так, давайте еще поставим. Блин, надо же потом все нормально делать. Так, level up. Как теперь будет выглядеть? О, теперь она хотя бы не деревянная, слушайте. Оборудование все наше будем улучшать. А у нас же, наверное, потом будут разные кабинеты.
всякие залы и будем подстраивать их. Слушайте, это будет прикольно. Тут аж по 700 стоит. Так. Ну, можем, кстати, себе позволить. У нас прям по деньгам все хорошо, к счастью, идет. Так, давайте тут. Зазываем, зазываем. Проходите, проходите. Че застряли? Идите, занимайтесь. О, тут над нами еще, кстати, горит. А кем мы являемся? Так, фурнитура. Ну, нам пока что... Вот это я не знаю, на самом деле, полезно или нет. Вот это 10 тысяч стоит. Блин, слушайте. Может, нам накопить как-нибудь на это? Так. Вот, давайте. Тебя мы переместим. Так, тебя... Давайте пока что займемся хоть каким-то чуть-чуть перемещением. Чтобы у нас более было вместительно, а то мы как-то так разошлись, и все. Потом уже прям будем над красотой мучиться. Но на данный момент нам главное, чтобы было все эффективно. Ух, какие челики у нас модные ходят. У нас прям уже крутой зал, смотрите. Так. Вот тут такая зона йоги. Тут все в беговых дорожках. Ну, да пипец. Алло. Сгорели в тренажерке. Я надеюсь, мне за это ничего не сделают. Спинбайк. А, это я типа сразу же его купил. Это типа советы какие-то. Йога-мат. Давайте сразу же я их улучшу. Почему бы нет? Деньги, кстати, у нас уже 3000. Так, level up. Ой, тут у нас все закрыто. Ну, неплохо. Теперь мы можем улучшить джим, да? Нам идеально, кстати, хватает. Ну, теперь уже хоть какая-то коморка у нас есть. Ой, ну норм. Такие окна просторные. Пустые, правда, без ничего. О, норм. Да, блин, опять не туда. Так, я не знаю, как ты переводишься, но мы на тебя накопим. Энергия у нас идет. Продолжаем. Смотрите, нормально у нас тут. Ой, давайте тут level up, посмотрим, что из себя будет представлять. А денег не хватает. Алло, нет, без доната. Вот это, кстати, модно. А что за стрелка? А! Билдл... Да, блин, Билдер Броган? А где Булк Броган? Ага, домашние животные вернулись на следующей неделе. А, построй свою собственную... Дом для домашних животных для эксклюзивных наград. Событие закончится в следующую субботу. Ой, ну давайте, слушайте, нам хватает. А что это даст? Потом 250. Теперь я понял, для чего гемы. Будем теперь вот так тогда заниматься. И что это дает? Где наши животные? Или нам надо полностью построить? Слушайте, нам, похоже, надо полностью построить. Ну тогда для этого нам что, придется качаться? Как я понимаю. Так, гемстор. Так. Ну тут что-то новогоднее такое. Машины, тут тоже все за гемы стоит. Ну, премиум, конечно. Куда без него? А шоп? А что у нас шоп не работает? Ну да ладно. Вот эти, кстати, как бегут, так и бегут. Ладно, пускай тренируются. Что-то я не понимаю. О, мы что-то там убрали. Опять убираем. Может, они тут на беговой дорожке какой-то? Ну и вообще нормально. Так, ну гемы мы, видимо, действительно получаем только за... Ой, за занятие спортом. Собственным причем. Так, почему у нас кнопки не кликабельные? Или мы тут что-то должны сделать? Completed? Ну да, completed. Я рад. А почему у нас ничего не... А, теперь кликабельно. Ладно. Так, давайте поставим. У нас тут новое место появилось. Во, кстати, здесь прям хорошее. По мне, идеально подходит. Давайте еще сразу же одну сделаем. И нам даже на еще одну хватит. Что там закончилось?
Ну ладно. Блин, тут беговая дорожка не позволяет нам сделать. Окей. Какое-то строение у нас есть. А, оно купленное. Тогда надо будет поставить обязательно. Так, E, move. Давайте передвинем сюда. А вот этот тогда... Ага, нам, значит, это надо передвинуть. Как же сложно, знаете. Бизнес наложить. Да, блин, я что, не так поставил? Дать тогда чуть-чуть подальше. Да, вот сюда сделаем. А тебя вот сюда установим. Во, все, теперь прям хорошо идет. По-моему, правда, там немного криво. Все, зажимаем, нам нужны деньги. Нам срочно нужны деньги. Не знаю, на что, кстати. Так, мы можем улучшить наш спортивный комплекс. И теперь у нас еще, ну, еще лучше стало выглядеть. О! 16 тысяч! А что это? Сколько нам дадут? Get it. Блин, опять донат. Ладно, 6 тысяч, кстати, нормально. Так, а это что? А, давайте. О, ресепшенист. Это, видимо, теперь нам не придется самому... короче, продавать билеты. У нас вот чел будет. Ой, это кто? Вау, нифига. Вы посмотрите, другие богатые люди теперь приходят к нам, потому что они хотят посмотреть на своих конкурентов. Он большой, сильный мужчина, ну сильный человек тут вообще. Так, вот что ты такое? То есть нам надо прям полностью его заполнить, он прям зазывает нас. Нам, видимо, придется копить гемы на него. Вау. Еще новое строение у нас появилось. А вот, к сожалению... О, понятно. Вот, к сожалению, типа... А, увеличивается. Я подумал, что не будет у нас больше увеличиваться ничего. Давайте тогда... Попробуем так разместить. Вот, передвигаем все. Пускай они тут будут вплотную друг к другу. А, не ту взял. Во, экономим место. Нам действительно надо экономить место, так как все больше и больше у нас появляется новых тренажеров. И все, кстати, надо прокачивать. Как вы теперь будете выглядеть, неинтересно. О, они такие, ну, стильно выглядят на самом деле. Опять грязь. Так, опять пожар. Пипец, алло. Алло, да не улучшайся. Да не улучшайся. Так, все. Да, алло. Все, убрали. Потушили. Убрали. Вот вы понимаете, как сложно иметь свой бизнес. Приходится все делать самому. Ну, к счастью, билеты теперь не мы продаем. Как по мне, это очень сильно облегчает нам все дело. Еще бы нам потом уборщицу, знаете? Уборщика какого-нибудь. Ну, действительно, это будет нам очень сильно помогать. Так, все улучшаем. 2500 улучшения стоит. Тут уже 2600. А дальше все, денег-то недостаточно. Так, move. Вот так расстанавливаем. Нам еще на одну тогда бегов... Да ё-моё. Вы это... Осторожнее, ребят, давайте. Да вы чё? Когда мне дадут уборщика? О, несчастливы. Кстати, посмотрите, действительно все счастливы. Это здорово. Так. Equipment. Тут опять донат не протыкнул. Как нам пере... Понятно. Как нам переключить на эту... На другую линию. Потому что тут беговых дорожек нету. Или все, или мы больше никогда их не сможем купить. Серьезно? Почему? Мне кажется, можно. Я просто хочу, чтобы... А, нам еще денег не хватает. Нет, такого нам не устраивает. Просто 5 это как-то, ну, не очень удобно.
Или вдруг мы действительно максимум поставили? Хотя не выглядит то, что у нас максимум. Ну пока что прям так классно. Что вы тут у нас все? Вы посмотрите, сколько у нас энергии накопилось. Нам хватает... А, нет. Так. Он улучшается на новый уровень, а для этого... Кстати, так красиво будет. Поэтому давайте тогда купим. У нас тут первый тренажер открылся. Чтобы прокрутить, надо R зажать. Вот так вот поставим. Мне кажется, я не в ту сторону поставил, ну да ладно. А, не, нормально, прям нормально стоит. Тут как раз три вот таких разместить. Ой, пожар тушим. Потушили. Да опять что ли? Алло. Мне интересно, это люди или это наша аппаратура? Хотя, как бы коврик для йоги, он самовозгорать не может, как по мне. Так, о, тут, короче, ивент на прокачку где-то минуту. Давайте бежим, 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 бежим. Тут пока есть энергия. Воркаут. Кликаем, кликаем. Как раз еще сейчас гемы получим. Давайте сейчас немного так вот поделаем. Чтобы получить, ну, где-то хотя бы 250 для следующего улучшения. Там что-то для наших домашних животных. По крайней мере, посмотрим, что из себя это вообще представляет. На самом деле, ну, пока что прикольно. Мне интересно посмотреть, что у нас тут дальше будет. Столько экстрима, но это, знаете, из серии так... развлекательного контента максимально ненапряженный. Точнее, как, иногда, когда эти возгорания происходят, мне это не совсем нравится. Тут надо прям сидеть и ешку постоянно зажимать. Но вроде все идет неплохо. Так, вот мы тут занимаемся вовсю. Уже есть 250 гемов. Поэтому давайте идем домой и прокачиваем нашу вот штуку. 250. Детская площадка. Я пока что-то не понимаю. Ничего. Тут вроде же домашние животные должны быть. А как-то все идет к тому, что у нас тут дети что ли будут. Что вообще такое? Ну да ладно. Пожалуйста, кстати, напишите в комментариях, как вам это видео. Как вам этот режим вообще. Стоит ли продолжать? О! Что? Что-то я собрал. Дай доллар. Дай доллар. Доллар дай. Давайте из окна выпрыгнем. Ой, еще деньги. Офигеть, а почему они повсюду? Спасибо. Что происходит? Ну, спасибо за деньги. Пропало чуть-чуть денег. Они просто, у них у всех кошельки порвались. Ой, еще горит. Ну, еще деньги. Тушим. Деньги подбираем. Ой, спасибо, за что это такая щедрость? Вау, отовсюду деньги. Блин, там мы не можем подобрать. Вот тут можем. Давайте почистим. Надо почистить. Темнеет. Вау. У нас еще как бы не было такого в игре. Сколько мы заработали? Они не очень довольны. Так, давай тогда будем смотреть, что для этого надо сделать. Сначала, конечно, поставим новые тренажеры. 7500. Ну, кстати, они так идеально прям поместились. Level up. Максимальное улучшение есть. Давай тогда фурнитуру им посмотрим. Мне кажется, что все-таки это им надо. Хотя по приколу, алло, я думал, мы сразу стать будем, алло, я чуть кого-то в друзья не добавил по случайности. Так, займемся хоть какой-то красотой. Надеюсь, вы счастливы. Вы счастливы? Ну, люди счастливы, слушайте. Поэтому все должно быть нормально. Так, пока что, ну, действительно, жизнь кипит, огонь горит. Как много смысла, что происходит. Так, когда у нас тут
увеличится. А когда? А, на 20 тысяч. Вот, давайте сейчас 20 тысяч накопим, прокачаем, и, наверное, на этом я буду серию заканчивать. Все, ну, будет ли продолжение по этому режиму, будет зависеть только от вас. Я хочу, чтобы вы написали в комментариях, как вам вообще вот этот эксперимент. Интересно ли вам вообще на такое смотреть, что будет у нас вообще дальше происходить? Так, давайте улучшаем. Вот это, кстати, мне нравится намного больше. Я там вижу уборщицу. Нам нужен уборщик. Так. У нас Ник это уже там работает. Поэтому я не знаю. Вот так возьмем. Конечно, можно было Ника также выбрать. Но это что, это было бы странно, если бы у нас два Ника занимались одной и той, ну, точнее, разной работой. Блин, как круто выглядит. Теперь тут прям окна, да? Как уборщик нормально убирает. Спасибо тебе большое. О, вау, так расширилось на самом деле хорошо. Что у нас сейчас доступно? 20 тысяч стоит. Ужас. Как все дорожает, а нам надо очень много денег, чтобы для дальнейшего развития идти. А на этом я, наверное, все-таки буду заканчивать нашу тут первую серию. Кстати, наш спортивный зал называется Top for Your Body. Ну, что переводится, типа, лучше для твоего тела. Просто по приколу решил так взять, чтобы так долго не думать. И как бы вот, смотрите, чего мы уже достигли. Мало того, что, смотрите, мы уже сами так к лету готовы. А это еще как бы не все. У нас, смотрите, сколько энергии. Мы сейчас так прокачаемся, что можно с ума сойти. Поэтому вот, да-да-да. А так, с вами был Диктофон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!